Доброе утро, страна. Доброе утро, зарубежье. Ребят, ну какие же есть тупые люди на белом свете? Ну как достали? Господи, кто бы знал, как достали? Реклама, реклама колбасы, реклама всего. Да вы задрали. Да вы просто задрали уже. Ну не сидите вы на YouTube, тупорылые. Сколько раз уже можно объяснять, что реклама – это когда дается ссылка на производство, на товар, под видео. Ну сколько можно объяснять? Ребят, вот просто уже зло берет, понимаете? Вот, надоели, сил нет. Уже YouTube не показывает вам рекламу вообще. Вообще. Что, комментарии отключить, что ли, под видео? Реклама мастерской. Реклама всего. Всех буду блокировать. Если это будет не реклама, а вы будете писать рекламу. Всех до одного. Ну, достали уже. Ну, сколько же можно-то? Писать, что ли, больше нечего? Сколько раз можно объяснять одно и то же? Как вы смотрите видео? Господи, боже мой. Простите меня, адекватные, хорошие зрители. Потому что, ну сил просто нет. Ну, до чего ж надо быть тупыми, да? Прям хоть не читай комментарии. Прям хоть не читай. Что я могу поделать? Если я была там, где мне понравилось. Дальше чего? Что я могу? Все кругом реклама. Не смотрите YouTube. Смотрите там, где нет ничего вообще. Что поделаешь, если все, что я не ем, вы воспринимаете за рекламу. Все, что я не пью, все, что я не надену, все, что я не отремонтирую, это реклама. Господи, что за люди, а? Сколько просят у меня производители рекламы. Я просто считаю неинтересным то, что просят прорекламировать. А иначе бы прорекламировала. Посмотрите, как у меня на канале смотрится реклама. Как она выглядит. Задрали. Делать что ли нечего? Все, мои хорошие, я собираюсь в город Королёв. Даша, кстати, согласилась сниматься, так что вы увидите нашу красавицу Дашу. Все, пойду завтракать. Так как я буду в машине, я выходить не буду, поэтому я надела куртку, чтобы было полегче. Так нормально будет? Розовый фламинго, дитя заката. Господи! Что за люди, а? Ну что за люди? Обязательно нужно все испортить. Все, ребят, я выхожу. Да, я не торопись-ка. Ага. Вот. Везу Даше. Уже собралась. Это все ей и ее деткам. Все, ребята, сейчас лифт придет и поедем. О, пришел. Да, я волнуюсь. Я Дашу раньше никогда не видела. Мы с ней случайно познакомились, но девчонка замечательная, прям вот прелесть. Знаете, вот несмотря на то, что я старше намного, мы с ней как-то вот хорошо сошлись, подружились. Так что, так. Поехали. Что-то у нас тут случилось, скорые стоят. И причем мы утром, да? Да, я опрашиваю. И опрашивают людей, да. Не знаю, что случилось. В Москве уже вот такая зима снежная. Мы проезжаем набережную реки Яузы, но у нас здесь все благоустраивают, делают красиво, удобно. Вот. Ну, надеюсь, вот это тоже когда-нибудь уйдет или зарастет, чтобы так особо видно не было. Видите, здесь хозяйственные помещения. Свежо, чисто. Частный сектор, да, Полышево.
мы уже Болшево. Вот вы знаете, смотрю на эти деревья, и я уже забыла, как зимой на даче. А вот сейчас смотрю, говорю, как здесь красиво, как здесь... Не говорю, а думаю, как красиво, как красиво. И тут же вспоминаю, мама дорогая, как у нас на даче было. Как мы снег чистили. Ой, бррр. Ну, мы уже подъехали. Какие тут дома-то красивые. Вот это да. Интересно, куда нам идти? Ой, ой, мама дорогая. Дашка! И мамкой, я тебя снимаю. Да. Дашка, повернись, хоть люди на тебя посмотрят. А, ты моя красота. Пошли. Так. Ребят, я иду с подарками, как всегда. И вот. Спасибо тебе большое. Слушай, распакуешь то, что привезла. Посмотришь, скажешь. Чего не надо, раздашь. Да. Скользко, куда ты в этих тапках? Да, да. Иди сюда за мной. Ты мой хороший. Блин, спасибо тебе тоже огромное, что вообще... Да еще не за что, ты еще не видела, что там приехала к тебе. Мы же с тобой быстро-быстро. А, это, кстати, моя. Но она, видишь, не работает. Понятно. То есть никак пока, да? Да, надо к сервису. Ага. Так, несем. Так, вот так у нас красиво. Тут. Вот. Это школа, кстати. Слушай, красивая, ага. Школа огромная. Пестренькая. Ой, ёлки, чуть не упала. Пестренькая. Так. Ставь. Привет. Ой, а некуда ставить. Алюня, а сюда надо, потому что это требует теплу. Блин. Ой, слушай, вот, ставь легато как раз в эту, в Милкину. Давай. Давай я вот эту подержу. Так. Давай, вот это я подержу. Ага, так, ставим. Ставим, да. И она никуда не денется. Ой, блин, светонос. Во, отлично. Слушай, на, ставь, ты очень хорошо ставишь, давай, ставь. Сюда. Так, сюда? Вниз? Куда? А, ну туда, чуть дальше, по-моему. Можно вниз, внизу она будет лучше стоять. Там главное просто боковое ответвление, я боюсь, чтобы она не завалилась. Ведешь, может быть, сюда? А давай я его в руках повезу, Даш. Давай. Давай. Это... Алюнечка. Помоги, пожалуйста. Вот, это мох, черная сумка. Можно в багажник? Да. А можно все туда? Мох в багажник. Так, а это? Там торт. Вот, ставь все на пол, Ал. Светоносок. Ставь все на пол, да, все будет нормально. Вкусно. Попробуем. Наш любимый торт. Спасибо, Даша, попробуем. Спасибо. Все, садимся, выезжаем, чтобы тебя не задерживать. Да, а то сейчас там у тебя малая такая активная. Она гиперактивная. Просто... Она прям очень такая вот активная. Она сейчас тебе там разнесет все. Блин, я так рада вообще, что тебя увидела. Девчонки, мальчишки, вот. Всем привет. Так. Мы уже возвращаемся. Дороги в частном секторе. Узкие-узкие. Надо еще приноровиться проехать. Ну, это уже не узкие. Устала, говорит, там это уже были узкие. Не узкие. Здесь так, здесь общая колея. Средняя. Дочечка меня отвезла. Но все равно, ребята, вы знаете, вот эти загородные, даже не знаю, как сказать, загородные дома частного сектора очень удачный вариант для проживания. Вроде ты и в городе, а вроде бы как и на даче. Здесь централизованный газ, централизованный водопровод и централизованная канализация. Вот и так тоже бывает. По дорожкам ходим, по проезжим. Магазинчики строятся. У нас уже наступил вечер. Мы с Борисом вышли погулять. Вон он у меня. И увидели голубую ель. Маленькая еще, но уже с шишками. Красивая. Мы зашли с Борисом в строительный магазин «Сатурн». Он у нас недалеко находится. У меня есть кое-какая задумка по поводу эстетики с цветами.
Вот хотим посмотреть, может быть, что-то из освещения навеет какую-нибудь идею. Я думала, муж отнесется очень, знаете... Ой, сейчас, одну секундочку. Он отнесется... Ну, не любит мужчины. Вот, вот такой. Я возьму, пожалуй, здесь. Вот, смотрите. Видите, стоит 320 рублей. Это вот, как же это, суточный розеточный механический таймер. Вот такой у меня на орхидеях. Ну, вот я возьму такую штучку. Хотя мне, конечно, надо две. Возьму я две, потому что здесь он почему-то дешевле, чем на этом, как его, на Озоне. Вот, вот этот, вот про этот я спрашивала, но он и стоит, простите, 722 рубля. Кстати, вот такая вот разница с кнопочками. Вот. Нет, я боялась, что в силу своего возраста я не разберусь, как тут сделать. Вот, так что возьму вот таких вот две. Мне нравится. Просто понятно. Вот, и я думала, что Борис отнесется, знаете, очень скептически, ну, как-то будет недоволен, заругается. Ну, не хочется же портить настроение с мужем, правда, из-за орхидей. Вот, а вы знаете, а он отнесся спокойно. Правда, сначала сказал, ну, зачем, что у нас вся квартира будет в цветах, что ли. Я говорю, ну, пожалуйста, говорю, я не для этого у тебя с тобой поговорить хотела. Нашел что-то, да? Я не знаю, как он работает. Вот, а потом сказал, ну, давай подумаем. То есть, вот, знаете, спокойно. Ну, это потолок, вот, на пружинке. Ну и что? А нам почти в потолок, почти. Ну, и вот это подключается к сети. А сколько они стоят, дорого? 213 рублей. А вот внизу по 100 рублей, это хуже? Такой же. Но он просто меньше. А давай посмотрим, сколько вот LED, 230 и 15 ватт. Ну и все, нормально. А, это диаметр меньше, да? Да. А, там диаметр больше. Ну это 6 ватт. 6 ватт? Вот это, ты видишь? Нет, 6 мало. Мне вот такой надо. Чтобы было не 6 ватт. Так, а здесь написано... 15 ватт. Вон, ну, 12 ватт на 18. Нет, 15 лучше было бы. Подожди, надо посмотреть. Может. Нет, смотри, смотри. Я же тебе доверяю. Встраиваемый светильник. Ой, вон какие огромные. Огромные. 612. Вон какие, видите? 300 ватт. Ничего себе. 20 ватт. А, это 300 ватт? Странно написано, ребят. Я в этом ничего не понимаю. Вот так. Видела. Лента. Ну, лентам как-то я не доверяю. Сейчас я вот это положу на место. Сейчас, сейчас перчатку сниму. Ой, это неудобно. 12 ватт, вот такая. 255 рублей. 4К, ничего себе. 4000. А это 6500 кельвинов. Нифига себе, ребят, 255 рублей. А это чего? Без этой штучки. А это вот тоже, по-моему, без этой штучки. Посмотри. Это на 220 вольт, видимо, сразу. А, вот это, да? Ну и это. 8 ватт здесь. Я не вижу без очков. Смотри, на. Тут напряжение какое. Ха. Ребята, смотрите, какое напряжение. Откуда же я знаю? Не видно. Эти 118. Ну, 15 ватт. Скажу, ногти прячу. Я говорю, доращиваю, поэтому. Вот такая лампа ЮНЕЛ. Блок питания для светодиодных лент модулей. Вот это что оказывается. А вот эти модули. Ну, это мне не нравится. Ну, все, есть по 100 рублей. Вот, хочешь белые, хочешь хром, хочешь титан. Нет, белые, только белые. Ну, и надо смотреть, какие будут эти подложки. Ну, да, да, ну, то есть они есть. Есть, да, поняла.
поняла. Видите, спокойно. Гирлянды здесь тоже есть. Но здесь хоть цены приемлемые. Ты знаешь, в Ашане какие цены? Не, ну, о, 700. Обалдеть. Цены разные. 750. Жалко, посмотреть нельзя, да? Ой, а это вообще бахрома. 2000. Ребят, давайте гирлянду за 2000 посмотрим. Борь, давай посмотрим, а то я не дотянусь. Достань, ну, пожалуйста. Я заглянуть хочу туда. Тяжелая. Ну ладно, не доставай, не доставай. А что такое? Давай. Ну вот я о том и говорю. А, я 152 лампочки. А, просто интересно было посмотреть, какая. Я просто начала свою гирлянду отмывать. Она у меня почему-то вся желтая стала, но она у меня уже служит сколько, наверное. А, ну нас не было сколько, она же все лежала и лежала. Вот это 279. Что с ней поделать? Я стала ее доставать. Она, знаете, прям вся желтая, желтая. И это 100 светодиодов. Маленькие тоже. Ага. Длина это 10 метров. Это разные. Я хотел посмотреть лопаты. Лопаты? Давай. А зачем тебе лопаты здесь, в Москве? Лопаты начищать. Я хотела еще посмотреть балясины. Но здесь, наверное, этого нет. Я так думаю. А, здесь только черенки есть. Вот такие. У меня очень узкие подоконники. Прям ужасно узкие подоконники. Я думала, может, как-то их расширить. А вот лопаты. Да, да, давай, я бы подержу. Есть, есть, есть. Я их покупать не буду. А, не будешь? Смотри. Вот это вот то, что надо. Узенькая. Угу. Легенькая, да? Легкая? Легкая. Вот, внизу балясины. Но они разные. По так. Рублей, нет, вот 207, пожалуйста, балясина. Вот она, 207. Почему? Зачем по 1000-то? Вот. Вот такая балясина. Красивая. Да? Красивая же? Красивая. А по 1000 с чем-то это вот такие толстые-толстые. Зачем нам такие надо? Так, 207 рублей. Это подоконник, наверное, деревянный, да? Пластиковый 32. Да, да. Или просто что-то. Может, ступень. А, нет, это же ступени. Да, это же ступени. Пока. Мы с Борисом разбежались в разные стороны. Он ходит быстро, а мне нужно еще зайти в магазин. Хочу рыбы. Я к рыбе всегда относилась очень спокойно, равнодушно. А тут меня прям вот на рыбу тянет. Пойду сейчас в магазин «Перекресток», зайду и выберу на ужин какую-нибудь рыбку. Танцуют все. Здесь можно фотографироваться. И елка. Елка уже. Вот такая красивая. Ура! Скоро Новый год. Решила вам снять, потому что очень часто искала прилипатель, у которого нейтральный pH. Вот, ребят, нашла. Вот так это все выглядит. Гель для подмывания младенцев. Видите, указано pH 5,5. Цена у него. Гель «Мое солнышко» называется. 194, ну, 195 рублей. По крайней мере, здесь указан pH. Вот. Без красителей и отдушек. Ну, вот это я обязательно сейчас возьму. Я положу даже к себе в корзину. Это вместо прилипателя для орхидей. Так, а еще где есть пантенол? Для купания. А больше pH нигде не указан. Смотрите, как интересно. Так, здесь тоже только витамины указаны. Так, я с этой стороны тоже читаю. Я уже все это просмотрела. К сожалению, pH больше нигде не указан. А вот еще. Вот тоже. Ну, извините, да, вот где-то для подмывания. 0% всего. А здесь... Я просто смотрю, pH указан или нет. Нет. Парабены. Нет, нет, все, ничего уже не указано дальше. Ну, а выше я даже смотреть не буду, потому что там цены такие, что ого-го. Вот кому надо. Ой, в перекрестке осталась одна штука. Так, нашла. Пойдемте теперь рыбку выбирать. Я вам не сказала, Борис здесь покупал сыр Дорблю, да, цена 219.
Вот. Но он купил, 300 рублей стоит кусочек. Здесь 219. Ну, я говорю, я его кушаю, знаете, как вот, как лакомство. Режу на маленькие-маленькие кусочки. Ну, я возьму себе кусочек к себе. Ну, и себе, и Борису возьму. Здесь много разных сыров. Вот такой я не пробовала. Так, такой. Ну, и цены, соответственно, вы видите внизу, да? Такой я тоже не пробовала. Но я боюсь их пробовать, потому что мне может не понравиться вкус. Вот такой. Может быть, кто-то пробовал? Если кто пробовал, девчонки, посоветуйте. Хотя на вкус и цвет тефломастеры разные. Вот еще какой-то сыр с голубой благородной плесенью. Стоит он 179 рублей. Может, это вкуснее? Я до рыбы дойду сегодня или не дойду? Здесь готовые продукты. Здесь мясо, а мне нужна рыбка. Но меня уговорили купить все-таки рыбку охлажденную. Я решила попробовать пангасиас. Ну, давайте есть. Возьмем, да, пока есть, давайте возьмем пангасиас. А можно мне 3 штучки, пожалуйста, взвесьте? Имейте полное право. Приобрести 3 штуки. Ой, они большие, да? Давайте две большие. Две хорошие, да. Две хорошие, да. Большие я вам не дам. Большие не дам. Большие себе оставлю. Две хорошие даю вам. Спасибо большое. Мы расстаемся, как море корабли. Вот такой веселый продавец мне попался. Ну, я там больше ни с чего не могла выбрать, потому что мне очень хотелось рыбки. Так, ну что? Ну, тарелки меня вроде не интересуют, но они красивые. Показать? Смотрите. Красивые, да? Очень красивые. Вообще, прям шикарные тарелки. Это 20 сантиметров, это 24. Ну, и цена, конечно, тоже красивая. Ну, естественно, тарелка красивая, цена, ребята, красивая. Так, что у меня здесь? У меня здесь вот корзинки рыба и больше, в общем-то, ничего. Может быть, что-то вкусненького посмотреть. А, мне же капусту надо квасить. А вы мне так... Нет, правда, мне одна девушка только написала, что она делала рецепт капусты по Зоиным рекомендациям и сказала, что очень вкусно получилось. А больше никто не писал. Никто. Какое местечко хорошее. Я, как все девочки, очень люблю всевозможные места. Я просто пришла посмотреть шинковку. Не помню, у меня какая-то есть шинковка. Натуля мне показывала, какую шинковку она купила. Но я здесь не вижу. Надеюсь, я не просмотрю. Здесь я шинковку не вижу. Ну, может быть, надо сходить просто в другой отдел. Так, да нет, наверное, все должно быть здесь. Просто здесь шинковки нет. А я любитель красивых чашек. Не разбить бы. Вот, новогодняя. Красивая. Так, а это бокал. Бокал, это значит без ручки. Какой хорошенький. 389 рублей. И очень приятен к руке. Очень приятен. Нет, не буду брать. В свое время вы мне, дорогие зрители, присылали много кружечек. Я пока ими пользуюсь. У меня посуда плохо бьется. Ой, ребят, смотрите. А, нет, это стакан граненый. Вот этот вот стоит 31 рубль. А вот прозрачный. Вот это я не знаю, сколько стоит. А, вот, 124. Кружка для латте на ножке. Вот, вот это вот она сколько стоит. Вот я уже думала, 31 рубль. Я так просто любопытствую. Кролики. Хорошки такие, да? Ой, какие приятные. Нет, неприятные. На ощупь неприятные. Такие, знаете, шершавые. Я боюсь брать кружки в руки, потому что я какая-то косорукая стала после ковида. Ну что, пойду-ка я еще кое-что посмотрю. Ну, цены меня, конечно, убивают. Смотрите, 449 рублей цикорий. Так, здесь было 329 цикорий. И вот, 549. Мы с вами такой покупали, не знаю, ну, недорогой.
брали бабушки Гали. Ну что, вот этот цикорий попробовать взять. Он по скидке, по карте, 189,99. Карта у меня есть. Давайте попробуем. У меня Наташа пьет такой цикорий и говорит, очень-очень полезно. Идем дальше. Помните, как мы гонялись за адвент-календарями? Вот в Перекрестке есть, по карте 799. Адвент-календарь Аленка. Я тут еще что-то увидела. Ну, это уже просто новогодний. А вот еще новогодний календарь Kinder. Но уже, правда, подороже. И вот это что-то, это я не знаю что. А, это просто Тофифи. Ну, Маша у меня уже большая, поэтому ей адвент-календарь не нужен. Я просто полюбопытствовала. Ух ты, батюшки. Это что же ты у нас такое в банке? Свеча. Ах, это свечи. Вот это что? Ну, здесь всякие вот такие штучки-дрючки. Точно такая же, как я вам показывала, но только маленькая. 29. Видели? Сумка, авоська. Девочки, мальчики. Все вернулось на круги своя. Хотите зеленое? Вот это да. Ну, я и забежала в фикс-прайс. Лопата. Посмотрите, какая маленькая. Она, в принципе, маленькая, короткая. Нет, просто... Автомобильная. Ну, лопату я все-таки купила. Маленькую. Она уместится как раз в багажник автомобиля. Вот, Борис смотрел большую лопату. Ну, а зачем большая лопата в городе? Вот я вот так, честно говоря, даже не представляю. Ну, зачем она нужна, большая лопата в городе? Вот. Боб, как тебе лопата? Отлично. Понравилось? Буду ползать и чистить. Да что ж такое? С этой собакой я убьюсь, наверное. Наступил на мячик. Буду, говорит, ползать, но буду чистить машину. Ну, она маленькая, да. Вот я ставлю к ручке двери. Так, это у меня тут сумка. Я только что пришла. Вот, так что она вот, видите, какая она маленькая. Но она профессионально выполненная. Вот такая вот все. И ручка у нее сильная. Но вот кому надо для ваших автомобилистов. Вот, видите, она какая. Я вам хочу просто показать, что она сделана как взрослая. Прям вот. Прям по-взрослому она сделана. Вот, видите, как. Неплохая. Лопата неплохая, маленькая. Ну, а вот так вот просто даже откопать передние колеса, задние колеса, сесть в нее и поехать зимой. Ну, зачем для этого большую лопату, правда? Он сказал, завтра отнесу ее и положу в машину. А мне нравится, хорошая. Вот, хотела показать, какую я полочку еще взяла в фикс-прайсе. Ну, там целая серия. Серия мне была не нужна. Мне вот эта полка понравилась. Я вот так вот ее на рейлинг повесила, потому что у меня тут часть стоит орхидей. Это эксперимент. Эксперимент удачный. Я потом в орхидейном видео обязательно расскажу об этом. Вот, я взяла таких две полочки. Комната одна в квартире, а часть орхидей нужно, как-то сказать, изолировать. Вот, я думала, что здесь вирусные заболевания на листьях. Я потом расскажу, что это такое. Вот, это не вирусное. Единственное, что, ребят, вот мне вот это не понравилось. Она, видите, как далеко отстоит. Вот, видите, они в лежачем состоянии. В принципе, и ничего. Но я думаю, Борис мне потом что-нибудь придумает. Пока я вот подложила... Сейчас. Подложила контейнер. Это пока. Вот, так мне нравится. Хорошо висит. Прям вот красота. Висит замечательно. Две взяла. Ой, елки, извиняюсь. Здесь у меня помытый пангасиус сохнет, а я рукой влезла. Вот, купила вот такой цикорий. Не реклама, спокойно. Купила цикорий, Наташа такой покупает. Все-таки хочу с кофе перейти на цикорий. Вот. Ну, в общем, вот такой вот поход был сегодня у меня.
часы забыла надеть. Гуляла, много гуляла. Вот. В общем, все, пришла, сейчас буду рыбку жарить. Как вы мне говорили, всегда в муке, в яйце и в муке. Вот сейчас так буду делать. А, картошечки купила обалденные, синеглазки. Села монтировать видео и Борису говорю: слушай, я забыла показать, что рыбу-то мы с тобой пожарили. А он и говорит, мы, говорит, ее съедим, а ты, говорит, только потом вспомнишь про то, что мы ее пожарили. Рыбу пожарили, рыба оказалась очень вкусная. Так что, ребят, понравилось. Я пангасиус пробовала первый раз. Ну, говорят, это... Футбол идет. Вот. Жить ей оставалось 2 часа. Слышите, ведь я зашла всего лишь снять про рыбу. Говорят, пангасиус страшно мусорная рыба, есть ее нельзя, там и так далее, и так далее. Человек тоже мусорное существо, жрет все подряд. Однако мясо, говорят, у него вкусное. Так что вот так. Поэтому не надо мне ничего говорить. Мусорные они, не мусорные. Знаете, если бы мы были бы олигархами, вы что хотите сказать, и питались бы икрой, мясо было бы вкуснее, чем, например, мое? Ну да, мое было бы просто пожестче. Вот и все. А на вкус было бы одинаково, хоть я и не питаюсь икрой круглые сутки. А на этом все, мои хорошие. У нас наступил глубокий вечер. И всем уже пора отдыхать. Посмотрите, вечер смотрится, как новогодняя елка. Все, мои хорошие, пора отдыхать. Всем пока.